Вязать я буду из пряжи Ализе Суперлана Макси. Она достаточно объемная, толстая. Состав пряжи 75% акрила и 25% шерсти. Рекомендации по вязанию на спицах номером 8 или 10. Я буду вязать на спицах номером 5. В 100 граммах здесь 100 метров. Для вязания снуда шириной 30 см и высотой 35 см мне потребовалось почти 2 мотка. Вязать будем на круговых спицах длиной 40 см, как я ранее говорила, номером 5. На спицы набираем классическим способом 88 петель. При данном количестве петель наш снуд будет шириной 30 см. Вязать мы будем узором, который называется двойной узор рис. Еще такой узор иногда называют маховой узор. Это вариация узора рис. Но он состоит из 4 рядов. Когда мы вяжем таким узором, набранное количество петель всегда должно быть четным. Набрав 88 петель, приступаем к провязыванию первого ряда. Первый ряд мы вяжем попеременно. Одна лицевая, одна изнаночная. Все петельки необходимо провязывать за переднюю стенку. Тогда такой узор будет одинаково смотреться с любой стороны. Лицевая и изнаночная. Лицевая, изнаночная. В такой последовательности вяжем до конца первого ряда. Провязался нас первый ряд, вяжем второй. Второй ряд вяжется точно так же. Над лицевой мы провязываем лицевую, над изнаночной петлей мы провязываем изнаночную. Третий ряд мы вяжем изнаночная, лицевая. То есть над лицевой мы провязываем изнаночные петли, над изнаночными лицевые. Вяжем так до конца ряда. Четвертый ряд вяжем так же, как и третий. Над изнаночной у нас будет изнаночная, над лицевой лицевая. Весь снуд состоит из 70 рядов. То есть сейчас мы вяжем четвертый ряд. Необходимо провязать еще 66 рядов. Я провязала 70 рядов. Снудик получился толстый, объемный,
Он хорошо держит форму и неплохо растягивается. Теперь необходимо закрыть петли. Убираем маркер. Первые две петли мы провязываем лицевой за заднюю стенку. Провязанную петлю мы обратно надеваем на левую спицу. И с этой же петлей следующую мы провязываем лицевой, опять же, за заднюю стенку. И повторяем также до конца ряда. Таким образом мы закроем все петельки.